Приветствую на первой офлайн-встрече Hobbyists on Days Off. Чат-группы, созданные для того, чтобы расслабиться и обсудить наши хобби. Я знаю, что мы много общались онлайн, но давайте представимся еще раз. Основатель этой группы – Мизуки Акияма, ваш покорный слуга. Я первогодка старшей школы Камияма. Мне нравится создавать видео и коллажи. А еще я люблю милую одежду, читать мангу и смотреть аниме. Ты действительно разбираешься в милой одежде, Мизуки. Все бренды, о которых я узнала, тебя оказались такими милыми. Спасибо. Хорошо, Нэнэ, ты следующая. Я Нэнэ Кусанаги. Тоже первогодка старшей школы Камияма. Мне нравится играть в видеоигры, смотреть фильмы и ходить на мюзиклы. Тот фильм, который ты мне порекомендовал на днях, был таким хорошим. Я так смеялась, что у меня заболели щеки. Ты посмотрела его? Я рада, что тебе понравилось. Моя очередь. Я Минари Ханасата, первогодка Камиямы. Мои хобби включают в себя копирование танцев айдолов и ведение дневника. Помимо этого, я большая фанатка Харуки Киритани, которая раньше стояла в S-Run. Мне удалось послушать тот альбом S-Run, о котором ты говорила. Он был невероятно хорош. О, благодарю за прослушивание. Давайте обсудим его подробнее, когда доберемся до закусочной. Осталась лишь я. Меня зовут Ханами Мочизуки. Я тоже первогодка Камияма. Мои хобби – это прогулки с моей собакой Шибао и уход за домашним садом. Мое любимое блюдо – яблочный пирог. Кстати, прямо за углом открылся новый магазин яблочных пирогов. Правда? Тогда ничего, если мы сделаем короткую остановку на обратном пути. Да, все нормально. Тогда давайте позаботимся о том, чтобы не есть слишком много в закусочной. Не, я думаю, у всех нас хватит места для всего. Верно, Ханами? Да. Похоже, им весело. Хорошо, что мы решили встретиться в реальной жизни. Сегодня нам всем будет очень весело. Ура! Это наша вторая офлайн-встреча. Но в прошлый раз на столе много чего осталось. Да, мы все так любим свои хобби, поэтому всегда весело слушать, как вы все говорите о них. Мне тоже. Честно говоря, сначала я беспокоилась, что не смогу поддержать беседу. Люди не всегда готовы интересоваться тем, что мне нравится. Нет, не говори так. У всех нас есть хобби и причины, по которым мы ими занялись. Разве выслушивание этих причин не является лучшей частью всего этого? Да, и все становится еще веселее, когда обнаруживаешь, что у тебя есть что-то общее с этим человеком. Теперь, когда ты упомянула об этом, в прошлый раз мы много говорили о твоей собаке, Ханасата. Саму, верно? Вчера мы с ней выгуляли Шибао и Саму. Мы рады за вас двоих. Похоже, что эта группа дает вам больше шансов встретиться в реальной жизни. Славненько. Как же хорошо, что мы создали эту группу. Мои контакты со столькими друзьями разорвались, да и мне не с кем поговорить о подобных вещах, так как в последнее время я почти не хожу в школу. О, я понимаю, что ты чувствуешь. Я не сильна в коммуникациях с людьми, поэтому было действительно приятно найти способ общаться с кем-то, не сталкиваясь лицом к лицу. В то же время, встречаться вот так тоже в некотором роде приятно. Особенно с тех пор, как мы все наконец-то увиделись в реальной жизни.
Согласна. Надеюсь, что у нас будет больше возможностей проводить подобные встречи офлайн. Да, поддерживаю. Мы могли бы как-нибудь сходить в парк развлечений или аквариум. Точно. Хорошо, тогда почему бы нам не начать обсуждать место, которое мы могли бы посетить в следующий раз? Давайте! Как вам шоу героев? Я не могу поверить, что они делали это в рамках своей школьной программы. Я смотрю много подобных шоу и фильмов, так что они меня полностью заинтересовали после того, как представились. Оно также было действительно хорошо продумано. История была такой драматичной и захватывающей. О, например, то, как улыбка доброты на самом деле была шпионкой. Но хорошо, что она решила вновь присоединиться к группе и снова подружиться со всеми. Они тоже очень хорошо пели. Естественно, Харука Киритани справилась отлично, так как раньше была айдолом. Но я была поражена тем, насколько хороша была другая девушка. А, ты про преобразованного зверя Каханы? Она на самом деле одноклассница Минори и... А? Анасато, ты меня слышишь? Приди в себя! Ох, наверное, все из-за того, что она такая большая фанатка Харуки Киритани. Увидеть ее лично, возможно, было слишком. Что же нам делать? Минори, прошу, очнись! А? Я вновь Пиксиэль? Могу поклясться, что я только что шла по прекрасному полю цветов. Ох, слава богу, ты вернулась. Эй, почему бы нам не передохнуть где-то? Мы можем посидеть и поговорить о шоу, которое только что посмотрели. Я не против. Я еще не уверена, что полностью вернулась на Землю. Честно говоря, ты как будто вобрала в себя всю мощь ауры твоего героя. Давайте подумаем. О, как насчет ресторана Фэнни вон там? Я слышала, что внутри все украшения в тематике Фэнни. О, мы подумали об одном и том же. Хорошо, пойдем туда.